Уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые участники контрсаммита, уважаемые журналисты, короче, все здесь собравшиеся, мы открываем контрсаммит, мы начинаем нашу работу. И я просто очень коротко представлюсь и представлю моего коллегу Пьера Ива Зелене, который приложил огромные усилия для того, чтобы эта встреча состоялась. Меня зовут Борис Кагарлицкий. Я директор Института глобализации и социальных движений в Москве и координатор инициативы «Постглобализация в России». Это международная инициатива, которую создали в Тунисе в марте нынешнего года во время Всемирного социального форума. Не в последнюю очередь, может быть, а в первую очередь, именно для подготовки нынешнего контрсаммита. Хотя к этому, конечно, задача этой инициативы не сводится, они гораздо шире, и мы надеемся, что после окончания контрсаммита продолжим нашу работу. Задача контрсаммита, как уже говорилось, состоит в том, чтобы дать альтернативную точку зрения, критический взгляд на проблемы современного кризиса. И если большая двадцатка представляет собой место, где собрались наиболее влиятельные, наиболее могущественные и зачастую наиболее богатые люди нашего мира, то здесь задача не в том, чтобы собрать экспертов и представителей социальных движений, и представителей гражданского общества, которые смотрят на происходящие процессы с другой точки зрения и с другой позиции, что называется, с другого угла, потому что они смотрят на это не сверху, не с позиции правящих классов, а с точки зрения интересов общества, с точки зрения интересов большинства, с точки зрения интересов трудящихся. И я думаю, что у нас будет два дня интересных дебатов.